Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство NAS Symphone 1, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем какой-либо браузер, нажимаем на три точки в правом верхнем углу, нажимаем на историю и далее нажимаем «Очистить историю», выбираем временной диапазон и выбираем, что именно мы хотим очистить, после чего нажимаем «Удалить данные». И таким образом мы очищаем историю браузера. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.